have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Будем сегодня участвовать во всяком трэше. И скидывать людей. Disaster Island. Скидывать людей. Ну, ладно. До свидания. Никто не выжил. Ты такой скидываешь чувака, улетаешь следом, и все, никто не выжил. Ну, блин, цунами, не знаю, очень подлое. Да. Что ты такой высокий? Фига себе. Ты что, много растишки кушал в детстве? Что с тобой не так? Реально высокий. Ну, блин, надо было свой персонаж так растянуть. Ладно, поехали на следующий дизастер, который сейчас будет. South Central. Ой, кстати, а я не помню, было такое вообще или не было? Было. Я не помню, чтобы я такое видел. Хотя нет, серф-доски я вспомнил сейчас, да. Это редкая карта. Ну, по крайней мере, когда мы играем, мы ее редко видим. Вот, ну, да, такое уже было. Кстати, ой, прикольно. Кажется, буря будет. Вот сюда бы цунами, если что. Да залезь. Прикинь, цунами, и ты такой хватаешь отсюда доску и поплыл на ней. Волна всей моей жизни. Ладно. Что там? У людей жизни отбавляется. Интересно, от чего? Ты не хочешь там в окно посмотреть? Что там все сразу под лестницу взяли? Там кто-то чипсы раскрыл. На пляже снег, ну нормально, это буря снежная. Да. Ищите тепло и укрытие. Где вам здесь тепло-то найду? Хоть бы был бы костерок какой-то или что. Ой, блин, тут уже потолок. Да здесь, возле окошка сиди, и здесь тепло будет. Окна обычно промерзают. Так это особое окошко, видишь, пока не отвалится, все будет хорошо. Блин, у тебя такое кимоно классное с этими, с рыбьими косточками. Не, ну жизнь это отбавляется, но, наверное, они отбавляются от попадания снега, что ли, не знаю. Че это у меня тут сзади в кармане? Это пакет кошачьей мяты или что? Это не мое, мне подложили. Кстати, да, наверное, кошкачья мята. Я подозреваю то, что мы сейчас умрем. Не, я думаю, что... Блин. Меня провалило. Я единственный, кто самый спокойный, самый вверху. Я никогда не свалюсь. Доски поуносило, позаметало, все, что только можно. Обратно! Есть! Выжили. Ну хорошо, да, согласен. При наличии целого здания, то это не так уж и сложно. Да. А если бы это были аттракционы без здания? Ну, ладно, что там осталось от нашего пляжа? Смотри, его весь снегом замело. Прикольно. Ха. Ладно, следующий дизастер, пожалуйста, в студию. Что нам предложат? О, бензоколонка. Furious Station. Так быстро за грузовик садись. Их два. Мука! Чего у тебя так мало жизни, Карл? Я не знаю. Я не про тебя, я про Луку. Ох, поехали. Я не могу. Я не за водительское сиденье сел, что ли? А ты опять за не водительское сиденье сел. Почему я не могу ехать? Тыкаем много раз, да, буги, и все. Не. Это просто нерабочая тачка. Я сел в пустой грузовик. Ну, в смысле, у него бензина нет. А на моем есть. А! Молнии! Целить железную машину самый лучший. Да, я знаю. Ай! Помогите протолкнуть, надо вытянуть эту машину. Я сейчас подъеду. Толкай эту машину. Не могу толкнуть. Садись, покатаемся. Я могу толкнуть, дай мне сесть за руль. Нет, я тебе свою тачку не отдам. Я ключи от своей машины никому не доверяю.
Я тут нашел себе машину. Ай, блин! Черт. Ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас, кажись, умру. Меня убило случайно. Это было нечестно, молния ударила это не в машину. Ну, как бы в машину, но не в кабину же. Ты где? О, рука. Я утопился в грузовик и упал вместе с ним. Блин, что с твоими ногами? Что с тобой происходит? Смотри, по-моему, у него припадок. Че это такое вообще? Нет, он как будто в автобусе едет. Смотри, у него рука такая за поручень держится, его всего трясет и шатает. Вот так люди в автобусе выглядят. Серьезно. Когда я последний раз в автобусе ездил, был примерно так же. Ладно. Там куча людей выжили на самом деле. Это мы просто уже по собственной тупости отъехали. Да. Ладно, зато это было я весело. Я сам себя убил. Я вообще хотел скинуть грузовик эту. Интересно, что это у тебя такое в самом деле? Что у меня? В этом кармашке? Ну я же говорю, кошачья мята. Оно не выглядит как кошачья мята, хотя, не знаю. О, трейлерный парк. Трейлерный парк. Как там человек остался? Там, в общем-то, если долго экспериментировать, то с помощью шарика можно сюда попасть быстрее всех. Тратишь такое время, забираешься на самый верх. И тут такие, бах, Thunderstorm. О, блин, смотри, какие облака опускаются. Ну, мы здесь выживем, только если будет там какой-нибудь цунами. Хотя цунами снесет эту башню к чертям. Только попробуйте меня толкнуть, а? Толкнуть, говоришь? Сейчас. Нет, не делайте этого, тварины. Ой, блин, дождь. Назад! Нет! У меня один хп, спасите! У меня тоже, но никто тебя не спасет. Я не смогу дойти до туда. У меня здесь есть только один уголок, где я, наверное, смогу выжить. О, нет, не смогу! Что с моей дверью? Я умер. О, мою дверь завалило. Ай, блин! Я же под крышей был! Да ладно, ван! Меня тоже растворило. Ну, как бы я умер из-за того, что я свалился с башни, у меня осталось мало жизни. Ладно. Трейлерный парк. Ну, эти трейлеры, смотрите, у них тоненькая крыша, и она пробивается этим дождем моментальнейше просто. Тут надо, чтобы какое-то здание было двухэтажное, тогда можно выжить. Вот сидеть под этой башней было бы самым лучшим и умным способом, знаешь? Ты видел, как с нее только что куски летели? Да. Прям по голове. Это водонапорно. Смотри, что с ней творится. Сидеть под башней было бы хорошо. Глянь, что там происходит. Да, все равно дождь бы не попал. Ага, тебя металлом прибило бы, а не дождем. Да не прибило бы, это жароблокс. Жароблокс. Но всего лишь фигурки Лего, понимаешь? Мы умеем скидывать людей в речку. Под шах. Неплохо. Всё, о, пока. Лука выжил, прикольно. Пока! Красавчик. Я скину чувака. Пока. Мама, I'm a criminal. Попытайся ну, меня скинуть. Ну давай, сделай это. Рискни. Так, кто у нас сейчас? У нас форт. Военная башня. Destructible. Не-не-не-то. Неуничтожимый форт. Я почти смог скинуть чувака. ЧВК. Вертолет что, летать умеет? Да, и танки ездить умеют. А я не знал то, что вертолет летать умеет. Ну, насчет летать я не уверен, но лопастем крутить он точно может. А. Я только что видел, как он немножечко поднялся, знаешь. Ну, курицы тоже так умеют, но они же не летают. Они могут. Блин, что с моим танком? У меня танк застрял. Все. Поиграем в войнушки. Пум-пум. Метеор-шауэр, классно. И там люди, которые на самой высокой башне.
Я буду ездить вперед. Ой-ой-ой! Мне полтанка откусила. Ой. Назад. Вперед. Опа. Я скинул свой танк, и меня прибил метеор. Странно, что ты не утопился, ну ладно. Я не утопился. В прошлый раз ты таким образом скинул грузовик и утопился. В этот раз ты просто скинул танк. Так. Ты что, все еще живы? У меня еще танк на ходу. Офигеть. Только я застрять. У меня половина танка просто взяла и сбила. Я так жду. Я так сильно жду, когда метеор прямо на башню упадет. Да, у меня там танк застрял. А Лука до сих пор на автобусе ездит. Блин, мне отфигачило пару колес, зато я отстрял, нормально. Воу-воу-воу, аккуратней. На каком автобусе? Наконец-то. Там есть автобус? Не упала. Где автобус? Ты сказал, он до сих пор на автобусе ездит. А, ну да, он до сих пор на автобусе ездит. А, в этом смысле авто... Я понял, да. Понял. В смысле, у него скин еще глючит. Он на самой верхней башне сидит, вот так вот на перилах качается. Выпусти! Блин, у меня танк когда расфигачило, я выжил, прикол. Я на своем танке, у меня еще и танк на ходу остался. Вот так вот надо играть. Прикол, прикол, классно. Нравятся такие уровни. Вообще, они очень молодцы, что сделали интерактивно все. Ребят, я на карте остался. О, спасибо. Я тоже так хочу. Надо так остаться в рабочем... Блин, надеюсь, меня перезагрузило все равно. Я очень сильно надеюсь, что будет цунами. Да, цунами здесь никто не переживет. Вон, облака опять идут, смотри. А возможно пережить цунами? На этой карте, по-моему, нет. Возможно. Здесь есть одна точечка, где может пережить цунами. Так. Та-ра-та-та. А почему я не могу сесть за 100, Олег? Ну! Блин. Так. Либо торнадо, либо снег, либо... Давай шаркнадо. Да, давай шаркнадо. Шаркнадо, да. Шаркнадо. Торнадо из акул. Шаркнадо. Thunderstorm. Ой, блин! Thunderstorm. Ой, блин! Все, нет! Все, все. Я уронил свое яблоко. Воду, как его? Надо стать где-нибудь под каким-нибудь шкафом. Я на самой высокой... На самой высокой точке. Вот это скинчик, глянь. Нормально. Прикол, мне нравится. Да иди на самый верх, на крышу. Там как раз самая высокая точка без крыши. Да эта точка еще и железная, ну точно прям. Тут весело и без опа. Я умер. Я умер. Постою-ка я здесь, наверное. Мне кажется, тут неплохо было бы. Ха. Ай, близко было. Надо осторожней. Фига себе. Чуваки, как вы еще живы? Да елки-палки, тут вообще разнос такой. Надо стоять в дверном проеме. Всегда в таких случаях. Копи-допи, слушай, чувак, а ты разве не был с нами в этом? Прикольно, если ты пришел с нами из импостера, то мы тебе тоже очень рады. Гитина я тоже видел. Спасибо, что подошел, чувак. Так. Все круто. Вот свату без маски. Угу. Маяк. Надо на самый верх залезть, на крышу. Ну, учитывая, что сейчас будет. Да, желательно, чтобы был шторм. Так, ну давай посмотрим, может быть что-то и получится из этого всего. Посмотри, все самые умные люди залазят на самый верх.
Тут, понимаешь, тут нету самых умных, потому что дизастеры разные, и может случиться практически все, что угодно. Ну да. Тут лампочка. Всем до лампочки. Что тут лампочка? Да да лампочки мне вообще на то, что здесь лампочка. Прыгай. О, залезь на эту штуку. А ты залезешь на меня и залезешь наверх. Да. А, огонь. Да пофигу. Стой, 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 стой. А кирпич горит? Ладно, да сейчас дерево посмотрим. Не горит, не беспокойся. Железо не горит, не Вода беспокойся. Горит. О, дом загорелся. Кто-то, блин, это... Ой. Че же вы такие неаккуратные это все? Ох, елки. Кто-то забыл выключить плиту. Ну залезь на эту штуку. Да ну не буду я туда залазить. Мне не надо буду... на крышу залезть. Надо тебе, ага, мне тоже надо. Блин, огонь к нам идет. Видишь, да хватит прыгать у меня на голове, уйди. Ладно. Чувак выбежал из маяка прямо. Огонь такой, такой. Ну давайте маяк не загорится, пожалуйста. Да он же не умеет гореть, маяк из железа. Блин, по-моему, стоит. Горит. Ой. Ой. Ты сейчас очень... Кто-то выскакивает из горящего... Блин, оно наверх идет, что ли? Дай посмотрю. Оно наверх идет! Но он не может гореть, ну вы чё? Блин, давайте он упадет. Он упадет. Он упадет, блин. Он упадет вместе с нами. В лампочку надо залезть. Блин. Прямо в воду упал, прикинь. Да мы бы и так разбились. Он упал вместе с нами. Ну я не разбился, я в воде утонул. Вода горит. Вода горит, все. Блин, ну фишка с маяком это, конечно, было. Можно было в той кабинке на берегу спрятаться, а, ну ты прикинь. Вообще, когда пожар, не надо загонять себя в какие-то закрытые пространства. Ай, блин. Хорошо, хорошо. Я на ведре стоял. Колодец. Так. О, ну наконец, самая старая, самая первая карта вообще. О, арк. Что у нас тут еще? Блин, давайте на самый верх, без опа. Надо было сразу... Буря? О, буря. Ну все, залазил в самое маленькое и тесное помещение в этой игре. Надо было сразу чатик-то врубить. Блин, я что-то не подумал. Так, что у нас там? Буря. Ёпарасоте, ну зачем? А ну в сторону все, я иду. Я ничего не вижу. На моей голове кто-то стоит. Новые кресы. Это кросс, наверное, дядя Дас. Куда снесло? В смысле снесло? Уходите. Сам уходи. Уйдите, это мой дом. Его уже нету, все, успокойся. Да здесь все равно есть мелкая палатка, где люди. Я под деревом постою. Блин, эти люди, это гномы какие-то, я не могу залезть туда, пролезть. Я постою под деревом. А под мостом? Главное, чтобы меня этим деревом не придавило. Это не мост, это арка дружбы. Вот помнишь, мы с тобой когда путешествовали, ты видел такую штуку? Блин, да. Она упадет сейчас нафиг. Надо на мост залезть, там самое безопасное место вообще в мире. А, деревья начинают падать, блин, тут тоже мое дерево, под которым я стоял, оно тоже сейчас упадет. Да не беспокойся. Деревья не падают. Блин, мое дерево снесло причем полностью, не то что верхушку, низушку, просто снесло. Меня человеком толкнуло. Летающие люди. В мое рыло человек прилетел. Чего? В рыло прилетел человек, он меня нафиг скинул в воду и утонул. Здравствуйте, что вы можете сказать о данной погоде? Зачем ты убегаешь? Блин, я выжил, есть. Так тебя убило человеком? Да, человек из ниоткуда прилетает прямо в мое рыло, и я улетаю в воду. Ударило человек, да, сокол, понимаю. О! Наконец-то!
Так, сразу залазим в ракету. Не-не-не-не-не, в ракету сейчас полезут дебилы и улетят в море куда-то, так что я побуду на станции. Я дебил. Так, только попробуйте нажать на кнопку, ну не делайте этого. Какую, на вот эту? Нет! Так, но я в ракете. О, это наводнение! Это редко получается, но я в ракете. Но мы летим или где? А мы не сможем улететь. Почему? Здесь штука, которая нас соединяет, забагалась. Огонь. А-а-а. Остерегайтесь огня. Да не бойся, мы так в огне. Так, я полез это, в руку управления. Лука! Ты что делаешь? Иди кнопку, кричи, понимаешь? Какую кнопку? Я посижу. Да мне там нормально. Есть кнопка, которая... Там башня горит. Не-не-не, башня уже горит. Я посижу в шаттле, мне норм. Да, давайте, нажмите на кнопку. Ну, сделай это. Нажми на кнопку, получи результат. Здесь все кнопки уже нажаты. Башня сгорела. Сейчас сгорит стартовая площадка, и мы улетим. Точно! Да она не сгорит, она не сгорит. Да сможет, получится. Нет, в смысле вот этот держатель, он не сгорит. А нет, он начал гореть. Там есть кнопка не нажатая, на которую можно нажать. Сейчас эта штука должна просто... сгореть, ну. Нет, пожалуйста. Там есть кнопка, которая все держит. Как мне отсюда уйти? Спасите! Есть, мы пошли! О, уже полетели! Стойте, нет! Вместе со стартовым лаунчером! Все! Тан-тан-тан-тан-тан-тан. От Астра. Что нет? Ты чё? Блин, корабль горит, черт! Не, это ракета горит, нормально, корабль не горит. Блин! Я выжил! Фух, ребятушки. Как челленджер, да-да-да. У кого-то правильная аналогия, я смотрю, кто-то историю учил. Следующая карта опять у нас космическая, но, наверное, да. Знаете, ребятушки, на этом сегодня все. Мы сейчас посмотрим. Ай, ладно, пофиг, пойдемте. Попробуем выжить еще эту карту. Я думал, что мы уже будем заканчивать, но ладно. Раз уж нас тоже загрузило. Ура. Кстати, да, насчет выжили, я сам в шоке. То есть ракета начала гореть, уже шаттл начал гореть, и в конце концов выжили. Неплохо, хорошо получилось прям. Удачненько. А, то есть вы сразу решили стартануть? Ну сколько далеко оно улетит? Вы у нас просто за облаками исчезли. Кто с тобой полетел? Я вообще не летел, это я на кнопки все нажал, чтобы все полетели. Торнадо. Блин! Как неудачно-то, как неудачно-то! Най! Блин, я думал, что я выживу. На меня на секундочку было. Ладно, теперь точно все. Ну, в общем, это было весело. Я рад, что мне хоть раз удалось улететь на ракете, еще и выжить. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.